Друзья, всем привет! С вами снова Азат. Это по-прежнему канал Автосправочная. 1 января 2023 года в России выросли акцизы на топливо. Речь идет об акцизах как на бензин, так и дизельное топливо. Их размер был увеличен с 1 января на 4%. Если говорить в цифрах, то акциз на бензин экологического класса Евро-5 вырос с 13 793 рублей до 14 345 рублей за одну тонну, на дизельное топливо с 9 556 рублей до 9 938 рублей за тонну. Это было плановое увеличение акциза, которое было заложено в Налоговый кодекс России. Предыдущее увеличение акцизов, я напомню, было ровно год назад, 1 января 2022 года. Тогда акцизы также были увеличены на 4%. В этом же году, в 2023, с 1 января, одновременно с увеличением акцизов, также вступили в силу поправки, которыми был скорректирован так называемый демпферный механизм, который призван стабилизировать ситуацию с ценами на заправках. В связи с этим в Минэнерго уже заверили, что увеличение акцизов напрямую не повлияет на повышение цен на бензин и на дизельное топливо на российских заправках. Однако, как обычно, они обещают, что увеличение все-таки будет, но в пределах инфляции. Каким же образом ситуация с ценами на заправках будет меняться в ближайшее время, я расскажу уже в следующих видеороликах. А если вы хотите экономить на заправке своего автомобиля, то по ссылке в описании под этим видеороликом вы можете оформить себе дебетовую карту Тинькофф Драйв. Она позволяет получать кэшбэк в размере 10% за заправку автомобиля. Помимо этого, сейчас действует акция. Если вы оформите эту карту по моей ссылке, то при тратах в размере 3000 рублей в первый месяц вы сможете получить бонусный кэшбэк в размере 1000 рублей. Данная акция действует только по ссылке под моим видеороликом. Вот такая вот ситуация. А что вы думаете по этому поводу? Как относитесь к этим изменениям? Своим мнением вы, как обычно, можете поделиться в комментариях. Спасибо, что досмотрели это видео до конца. Всем удачи на дорогах и всем пока!